На крыше. Один на крыше, одного убил. Убил. Короче, там можно в комнату посмотреть? Здесь вот работаю. Холм? Да, сейчас посмотрю. Никого не вижу на холме. Тоже. Ну, блин, я не знаю, либо это была просто шальная, либо кто-то стрелял по мне. Со стороны холма. Глушёные. Прям по духу. Ты где, вторым? Кто сейчас оружие скинул? Да не я, я в пропию. Кто-то за перепрыжки как будто оружие скинул. А не я ты? Я туда гранату кидаю. Вот ты прицеливалась? Я тоже, но я слышала тоже скидывание. Может... Больше не кидаешь? Я перепрыгиваю. Все, больше не кидаю. Да, минус, минус человека. О! О, еще один. Да-да. Убил. Еще есть? Еще. В кустах, походу, болтовка. Вдоль забора, на гранате. Дал гранату всего. Дальше. Взорвал. Нет, не взорвал, уходит, уходит. Убил. Блин, я ему дал четко голову, как он сейчас не умер? Я на холме, тут очень много трупов. Здесь теплак сидел за камушком, Ань. Ты ему хорошую дала эфку. И он уже залутал кого-то, у него два ствола. Кто ко мне подбегает? Я. Так, давайте там разбирать сейчас за стройку, ну, на эту малую стройку. Смотри, осторожно, это два трупа. Берешь себе фаст? Кто бежит в яму ко мне? Не мы. Бля, да, это кило. Убил. Я думал, выбежи сюда последнего. Все, минус карт. Не знаю, чекайте. Аккуратно, ну, будьте. Три на холме, три здесь. О, он еще снизу один еще есть. Вон тут. Ну это... Да, это ЧВКшник возьмёт. О, сумочку возьму. Всё, максимум. Ты забрал с чувака броню там что-то? Я ничего не забирал. Четыре на холме, три под перепрыжкой, одного ты убил у ямы. Нас трое, один максимум стал. Сейчас ты пока приведу. Остановки покажу. Кто-то бегает по стройке вдали, как будто на длине. Слушай, может, ближе будет подходить. Павел Макапу. Макар. Слушай, либо лазер был, либо что-то такое на втором этаже. Это я. Есть, стоит меч. На крыше. Один на крыше, одного убил, с двушки к нам бежал. Железо у платника. Ну второй, значит, заходить будет. Уже зашел, вроде как. Не убила, на улице еще. На улице. Один на улице у платника бегает. Убила. Убила, да, видел. Один у меня на третьем. Либо кухня, либо комната напротив мещенки. Да, напротив мещенки. Убил. Так,
дверь у себя на втором закрою. Ты дверь открыта. Готовы идти? Да-да. Ты забежал? Я не забежал внутрь. Я на улице. Я на выстрелы пошел. Может быть на большой. Нет? Это нам летит, значит. Значит, большая. По мне стреляют. О, еще справа есть один. На зеленку, я на территории. Хорошо, хорошо, я тоже. Я в будке у квестовой. На кармане точно есть. И у тебя в упоре был один челик. В упоре убила? Хорошо. Карман, значит, остался. АГСные никто не пикает. Кому не интересно. А вот еще один, кстати, жмурик лежит. Так. Опять прикидывает. Вот, да. Наверное, да. Возможно, он туда уже ушел, на ту сторону локации. А, да, сидит на АГСе. Второй этаж, правая точка, где АГС стоит. Сейчас не пугай его. Постреляй чем-нибудь неглушенным в воздух. В воздух. Убил. Заагрелся. Да-да. Майгрена наверх. Мои. Хочу рисковать, прокидываю второй этаж. Все, иду. Я сзади сижу. Ты на первом? Нет, я сзади, захожу на второй. По ступенькам, да, типа? Да. Окей. Как зайдешь, скажи, я здесь поднимусь. Я на втором. Вот, убил меня, где-то лежит. Да, ну там же лежит, где вот тот раз лежал, тоже хрен. Ай, блин, меня убьет, да. Я сейчас бы гранатку еще одну. Ага, вижу. Его. Как вот сюда грены прокидывать? Я сюда дал, блядь, 4 грена, и их опять не зацепило. Как? Как их прокидывать-то надо сюда? В который раз уже тут вот сидят люди в этой нычке, блин. Ух, продуктивненько так. Свою броню, считай, выкинул. Вынес 3 слика. 2 Эксвилла, 1 Алтын. Решала. Опа! Решала и его друзья. Так, а где друзья? Станьше осторожнее, в магазине, по-моему, есть. Да, у вас в магазине кто-то есть? По-моему, за трёшкой. Не, увидел меня. Тот с магазина, да, работал? Да. Он за магазином был? Еще болтовка на холме. Магазина должен был убить. Да, он умер.
Плотовская стала, да? Да, холм или маленькая малая стройка, но я хорошо слышал отчетливо по направлению. Стекло кто? Нет. Значит, кто-то вдоль первого ходит, вдоль трехи. У главного. Да, трехой. У главного. Там стекло бьется, когда мимо проходишь. Никого не вижу, возможно, зашел. Вижу. Убил. Я на первом. А где там стекло бьется? Когда вдоль главного этого проходишь. Причем открывается, КПП есть на первом. А. Вот вдоль него ты по улице идешь, там звук битого стекла. Из ППХ. Ты щетки какой-то. Но это не болтовка, ни хрена. Что в этом кустах-то тут? А, нет. Я говорила. Где? Нормально. Где? Вот, сидел. На улице, да? Да. А, ну да, тут есть металл. А я говорила. Болтовка была? Ой, платник! СВД платник. Дал гранату туда. А где именно? Не понял на платнике? Не-не-не-не. Там у платника такое чувство. Я через гранатную машину обхожу. Граната! Все. Перепрыжки пойду. Таня, сидёшь сейчас? Я у тебя справа, да. Я в глушке, значит, подключился, он закрутил. Вот что-то синенькое лежит. Тут как бы... Вот он, да. Хае? Эфочка его догнала, да. Ой, теплачок-то спрятал. Ай, ты какая же, что-то на счастливо. Я знаю, я знаю. Сначала холм надо посмотреть. Хае даю. Реально все это время сидел, да. На фоне? Да. Пару грен еще раскину к автобусной. Я у палатки. Вот болтовка. Нашел. Так, какого интереса? Куда выходим? Не входит. Контейнер. Который? Да. Проходной. Нас. Как выходить на большую контроль его? Он снаружи? Да. Двое насыпь еще. Убил меня, блин. Ну какие говно. Разменялось. Сервак лагает. Да, поэтому ты брал. Блять, они бегают на месте. Ну как по ним стрелять-то, господи. Она, блядь! Убил ближайшего. Там еще двое. Ты живой, нет? Да. Еще насыпь один. Я насыпь один? Убил. Насыпь убил. Я у тебя в зеленке перед тобой. А. У меня перед Уралом сидит. Смысл? Блин, я за стенку. Не вылазь. Сейчас взорву его нахер. Убил? Ага. Все? Не знаю. Я выпрыгнул. Чисто. Руку пришиваю. Блин, это как же их дергало, господи. Да. Просто бегу двое. Меня убили! Прям на мне лежит пустос! Блять. Серьезно, да? Да.
убил. Я. Типы-то вроде неплохие. А, у него МДР-ка. Вот что это такое было. С магазином на 100. Я такое чувство, вот, когда я беру на М, у меня начинаются синхроны всякие. Вот как назло, знаешь? На М, по-моему, отличная. Пробуй хакашку. Или подожди, кто в контейнере? Напротив. Контейнере, а, черик в контейнере. В контейнере я не убил. Аня напротив. Да-да-да, есть череп. В комнате с медициной на втором этаже. В очках. Я его напугал. Что напугаю, пробегаю. Рэм, дай понять, где они. Он на первом. Бля, отскочил. Назад, назад, назад. Зайдите со второго просто и все. Одного взорвал. Граната еще летит мне со второго. Он в этом. Опа, опа, мне понятно. Опять достигло. А это я, ну что? А нет, с тобой это был. Блять, еще. Там граната, Аня! Там он грена успел откинуть. Аня, ты без микро, если чё. Аня... В принципе, всё сказать нечего. Да? Чё? Я убила Артёма, только там здесь. А, ты убил Мэтта? Я ж за тобой зашёл. Прям за тобой. Что-то у нас сегодня день тимкиллов какой-то. Артём, подай на меня в суд, ну что ты делаешь? Тебе не знаю, ну просто серьезно. Я Буянову сейчас позвоню, пожалуйста. Вот я специально тебя убил. Извини, пожалуйста, но я тебя реально не специально. Алло, Буянов? Таня сегодня убивает своих тимкиллеров. Можно забанить ее на недельку? Двушка кто-то стоит на втором этаже, правое окно. Второй справа. Второй справа? Да, второй этаж. Второй этаж, второй справа. Ты работаешь, нет? Отсюда не видно. Так. Убил. Забрал и ему разбил. Фулка, видимо. Погнали двух, вот туда зачистим. Ну, отлично. В магазины буду играть. Справа, а это ЧВК стоял. Все. Минус он. 46-й USSR. Да, стоит чисто, смотрит. Водичку взял, еду взял. Чё бы не поставить, собственно. Странно, что один. Ну, может, у друзья в тройке сидят. Погоди, да. Пока. Открыто, да, стоит, контролит. На первом. Вектор. Я же говорил, стоят друзья у него. Вон там еще есть инфа? Не знаю, ушел скорее всего. Дал на первый, пристрой гранату. Прострел делаю. Мне руку надо похилить, чтобы он был готов. Нет, бегает, бегает, бегает. Ты что, шифтует на первом. Я руку чинить. Блять, сумку-то я там оставил.
тут уже, вдоль здания, справа, вдоль трехи, на гранате. Взорвал. Хорошо. Я все еще руку пошел чинить. Да, из разговора сидят. Я же, блядь, говорю. Сейчас я магазина вот так сделаю, броник переодену быстро. Главное, чтобы стрим не чекали, а так-то хер бы с ними. Сейчас их быстренько потушим. Возьми пока лестницу, первый этаж, я грена там. Смотри, погнали. Так, погоди, погоди. Пошли, 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 пошли. Второй бери. Второй, третий. Второй. Давай. Бери сразу. Ох, сидит, сидит, сидит. Он меня убил. Я знаю, я понял. Без движения сидит. Парни, вы бы хоть шевелились иногда, серьезно. О, так, все забери, да? Я самое нужное только возьму и все. В этом заключается их тактика. Блять, на втором что ли сидит? Звуков нету, стрёмно. Да, на втором. А, их двое. Дробовик и хеклер. Видите, фонарик, он просто стоит, целится на вход. Вот тут стоит справа. А, и на третьем сидит еще один челик, контролит. Это калаш, дробовик, и еще хеклер должен быть где-то. Двоих убил, походу. Так, вот это мой товарищ. Мой. Вот она, хакашка, видите? Я же говорю, хакашка тут была.
БС-ки, что ли? Чисто богом я типов подорвал. Не, а что они втроем контролят одну лестницу? За забором! В дырке за забором. Два раза ему дал, с 61-м. Грена летит. Он прокидывает. Я постройкой. Да-да, он прокидывает. Пикает, там же времянка с, с курткой. Понял, слушал. Мост, мост еще есть. Убил? Убил этого? Мост. Убил. Мост СВД. Прыгает по железу. Грена кидает. Блять. Да? Да, 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 да. А где он там по железу может ходить? Забора перепрыгивать. Давай, от билборда рикошетную гранату. Он за забором, он за забором. Угу. Вижу ноги. Слева сразу. Да, 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 я понял. Блять, там еще. Еще есть на мосту. Прямо на мосту. Блин. Убил мост, убил мост. Остался этот. Да, СВД. Хатапка ушла. Бля, ну не шевелится. Я пустой. Блин, я вытекаю. Убивать надо его. Убил. Убил? У меня один. Все. Я мог его убить, но у меня магазин пошел. Я и... Ну, видишь, где челик был на мосту, охренеть. Здесь твой шип. Да. Точно, да, стройка, думаешь? Но попадание слышал по боту. Бля, ходит, ходит в крапиве. Дал ему хит на гранате. Да, 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 это он. Злой какой-то, капец, аккуратно. Там в крапиве, да, позабрал он мне дал. Я живой, но... Психованный там чел а какой-то. Ты еле дожил, еле нет, он, я ему дал 61-м. Вот на гранатах он в крапиве сидит. Я улю, я где-то слышал. Прямо в кустах, 100%. Да, вовремя. Пойдем хоть под размер. Давай, давай, давай. Я от мусорки тебя жду. Я просто буду перебегать по окнам. Он меня может... Что там за херь у него такая? ППШ, походу, мне прям все в ноги. Вектор у него. Вектор? Да, я убил его. Эти что я словил забралом? Походу, по СТГЖ. Повезло. Повезло, повезло. Находил эту мишку, думал, блин, капец, кто-то сяет, если. Иди, посмотри. В правом. Ясно. Да? Мне капец, я спитал. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.